Объем финансирования на поддержку предпринимательства в Башкортостане в 2020 году составил порядка 3 миллиардов 300 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 300 миллионов рублей выделили в рамках национального проекта МСП. Об этом заявила председатель Госкомитета по предпринимательству республики Римма Бойцова на заседании коллегии ведомства. По данным единого реестра, количество субъектов МСП за прошлый год уменьшилось на 3,5% и составило более 122 тысяч. Для сравнения, в 2019 году их было порядка 126,5 тысяч. Однако, по ее словам, при общей сложившейся тенденции количество предпринимателей выросло в 17 районах Башкортостана. В том числе на 16% в Федоровском районе, на 5% в Куйргазинском и Уфимском районах. При этом наибольшее снижение зафиксировано в том числе в Белокатайском, Стерлибашевском, Илишевском районах и городе Агидель. Римма Бойцова отметила, что несмотря на сокращение количества МСП, налоговые поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса почти не сократились. В рамках первого пакета мер было предложено муниципалитетам и администрации нас поддержали как раз снижение ставки налога и коэффициента К2, но при этом мы и по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей предложили снижение и реализовали это снижение ставок налогов, но тем не менее мы видим, что в общем-то динамика у нас по налогам положительная. Отмечу, доля вновь зарегистрированных предпринимателей в республике оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе России и составила 18%. Кроме того, Башкортостан занял третье место среди регионов по социальному предпринимательству. Напомню, правительство Башкортостана надеется на увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе в 2021 году до 456 тысяч человек. Это на 13 тысяч больше показателя 2020 года. Достичь этого планируется, в частности, за счет повышения доступности и эффективности институтов развития, мер господдержки, активизации участия субъектов МСП в госзакупках.